Друзья, всем добрый день. Хочу вам сообщить, вот сейчас покажу, даже не знаю, как вам, чтобы было более наглядно. Видите, посадочный материал. Сейчас. В изобилии бутонов. Это практически на каждом кусту. Вот они перед вами еще растущие в натуральной среде. Значит, с 1 июня у нас будут в продаже нимфеи в емкости 7 литров, укорененные вот такими вот нимфеями. То есть мы сейчас берем посадочный материал, будем его укоренять в емкости. И вот такие вот нимфеи вы сможете заказывать в нашем питомнике. Данный сорт — это Корнея. Видите, сколько бутонов. То есть, ну, куст просто уникальный. Это эксклюзивный посадочный материал. Такой посадочный материал только можно получить в особых условиях. Никакой контейнер вам не даст столь мощный и нарощенный куст. Ну, может быть, это особые какие-то случаи. Но в основном такой размер корневища, такой размер водяных лилий можно получить только лишь в особых условиях. Вот, например, как у нас, это пруд. Он уже давно сформированный, здесь хорошее отложение донной сапропелли. Вот представьте, вся эта листовая масса, пруд был выкопан в 2006 году, нимфеи посажены в тот же год, но, правда, в меньшем количестве, пока это все нарастало. Но вот эта вся листовая масса, она вся оседает на дно ежегодно, и здесь уже по порядка где-то полуметра именно донной сапропелли. Не жидкая, я ее добываю для своих удобрений, я делаю с нее удобрения. Я когда ее выкапываю, она в форме масла, вот такого густого масла идет, то есть очень хорошая, качественная. И, естественно, в такой среде нимфеи показывают свой максимальный результат. Лучшее цветение, размер цветов. Значит, что будет в наличии отсюда для нимфеи в емкости? Ну, для получения VIP-нимфей, которые вы сможете у нас купить. Это сорт Альбида, сорт Фламея, сорт Аттракцион, сорт Корнея, сорт Хроматела, сорт Паул Хариот, Альмаст Блэк, Блэк Принцесс в очень маленьком количестве. Но уже тоже я его сюда высадил, и будем получать с него вот такие вот посадочные нимфеи. Друзья, скажу, ну, если по желанию, если кто-то высаживает себе в натуральный пруд, ему, естественно, контейнер не нужен. И тогда, по вашему желанию, я могу вам отправить уже вот такую вот просто. Но это посадочный материал, ребят, который еще нужно предстоит укоренить. Вот, для всех остальных заказчиков, которые покупают нимфеи в свои пруды, мы этот посадочный материал укореняем и впоследствии высылаем вам уже его в контейнере. Отправка у нас идет во все города Украины. Заказывайте для жителей, скажем так, других регионов каких-то. Если есть возможность у вас приезжать к нам в питомник, покупать самостоятельно, самовывозом, добро пожаловать. Мы всегда рады посетителям. Здесь есть на что посмотреть. Очень много интересных сортов. У нас есть собственная селекция. То, что именно выводим мы в Украине, это единственный питомник, который занимается селекционной работой. Это, собственно, основная новость, что я хотел вам сказать, что с июня месяца уже нимфеи, VIP-нимфеи в емкостях 7 литров будут иметь совершенно другой вид. Вот просто вот таких вот эксклюзивных кустов из нашего питомника Ватерлилия. Всего вам доброго, друзья. До новых встреч.